Масштаб конференции был очень велик. Показать свои идеи приехали школьники из 6 районов нашего региона. А оценить юных ученых съехались лучшие умы Ульяновской области. Это наши гости, кандидаты наук, доктора наук, которые пропустили через себя весь тот путь, который связал их с наукой. Спасибо вам большое. Конференция проходила по 5 направлениям. Молодые ученые продемонстрировали более 70 исследовательских проектов на совершенно разные темы. Например, взаимосвязь математики и музыки. Они взаимосвязаны во многом и влияют на систему мышления. Те, кто учится в музыкальной школе, лучше воспринимают математику. Параллельно с научной конференцией в многопрофильном лицее проходил и конкурс презентаций. Ребята фантазировали на тему «Если бы я был учителем физики». Каждый из вас, создавая свою презентацию, встал на путь творчества, на путь исследования. К тому же приятным сюрпризом для всех гостей стала выставка технического и художественного творчества школьников. Евгения Кременская, Виталий Немов, новости Димитровграда.